Система управления автоматической подсветкой лестницы Дустеп позволяет организовать автоматическое освещение лестницы от 3 до 26 ступеней. Основным преимуществом Дустеп является плавное включение подсветки и ступенек в зависимости от направления движения человека, с учетом запоминания, с какой стороны зашел человек на лестницу, и исключает вариант остаться при выключенной лестнице на середине пути. В дневное время суток подсветка ступеней отключена. С наступлением вечера включается подсветка первой и последней ступени, что позволяет легко определить местоположение лестницы в темноте. В комплект Dustep R2 входит контроллер автоматической подсветки лестницы Dustep R2, датчики присутствия с разъемами быстрого подключения 2 штуки, кабель-переходник датчик расстояния 2 штуки, датчик освещенности без корпуса. Отдельно приобретаются кабели подключения, светодиодная лента, блок питания. Подключение комплекта Dustep R2. Кабеля датчика расстояния подключаем верхний и нижний датчик присутствия. С обратной стороны переходников датчика расстояния плюсы и минусы соединяем между собой. Выход сигнала датчика расстояния, который будет находиться внизу лестницы, подключаем на вход D1, а который вверху лестницы на вход D2. Плюсы вставляем на вход плюс 12V, минусы вставляем на вход ГНД. Объединяем вместе все плюсы светодиодных лент и плюс блока питания в один провод и вставляем на вход плюс 12V слева. Минус блока питания вставляем на вход ГНД, находящийся сзади контроллера. Датчик освещенности подключаем на вход РР. Минусы светодиодных лент вставляем на выходы от 1 до соответственно количества ступеней, начиная с самой нижней. Установка комплекта Dustep R2. Зажимаем кнопку на плате датчика расстояния, пока не включится светодиод. После регистрируем предельное расстояние срабатывания датчика. Отпуская кнопку на плате датчика, убираем руку. Расстояние от начала лестницы до датчика составляет 30-50 см. Настройка комплекта Dustep R2. На контроллере Dustep R2 расположены 3 кнопки. Выбор, больше, меньше. Для входа в настройки один раз нажимаем выбор, после устанавливаем количество ступеней кнопками больше и меньше. Остановившись на верхней ступени, нажимаем кнопку выбор один раз, тем самым сохраняя настройку, переходя к следующему параметру. Далее устанавливаем яркость дежурных ступеней кнопками больше и меньше. После аналогично нажимаем на кнопку выбор. Далее устанавливаем яркость всех ступеней кнопками больше и меньше. И нажимаем на кнопку выбор.